Большим детским праздником подвели итоги конкурса «Самый читающий класс». В этом году книжное соревнование было посвящено 130-летию со дня рождения писателя Виталия Бьянки и столетию основания журнала «Мурзилка». Именно на эти темы были подготовлены коллективные творческие работы от каждого класса. Мы с ребятами знакомились с рассказами Виталия Бьянки, внимательно анализировали каждый рассказ. Далее ребята самостоятельно готовили рисунки. Они были определенных требований в природном стиле. Рисунки по буквам. Там надо было, нам задавали какую-то букву, и мы рисовали к ней рисунок. Вот у меня попалась буква «Ш», я нарисовал шмелей. К оформлению авторских книг ребята подошли с большой ответственностью и огромной фантазией. Выбрать лучших конкурсной комиссии было непросто. Мы старались, у нас два листочка про воздух и про мышцы. Мы очень долго занимались и находили информацию. Мы всегда приглашаем жюри, мы сами не оцениваем работы. Компетентное жюри, они рассматривают работы с технической точки зрения, как нарисовано содержание, выставляют баллы, подводят итоги, и уже на основе вот этих выставленных баллов мы определяем победителей. Перед началом торжественного награждения мальчишки и девчонки активно участвовали в конкурсах и мастер-классах. Захар Чикин стал неоднократным победителем викторины «Вкусные загадки». За каждый правильный ответ он получал конфету и даже интервью давал с карамелькой за щекой. Я рисовал перчатку, и там был рисунок капибара. Многие ребята впервые принимали участие в конкурсе, а вот ученики 3-го А-класса Видновского художественно-технического лицея соревнуются за титул самых читающих каждый год. Это один из самых любимых конкурсов, так как детям очень нравится. Всегда с любопытством, с нетерпением ждут задания. Ну и потом, конечно, мы делимся на группы, и каждая группа выполняет свое задание. Мы любим читать в классе разные стихи, рассказы про животных, потому что мы с Машей очень животных любим. Особенно котиков, читаем про них много. Если дома, то автора Холли Веплом уже. Да, я тоже. Там про животных говорят. После интерактивной программы в концертном зале прошло торжественное награждение победителей. Поздравила ребят с успешными результатами заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Читающий человек, человек грамотный, человек с интеллектом, читающего человека обмануть, обвести вокруг пальца невозможно, потому что есть интеллект. Есть умение развиваться, умение находить нужные ответы в книге, дружить с книгой. Почетные дипломы вручали в нескольких категориях. Одна из победителей в номинации «Самый читающий ученик» – Марина Бекерян. Я участвовала, кто лучше читает, и я прочитала 80 с чем-то слов в минуту. Первое место и звание «Самый читающий класс» разделили учащиеся 2 Г из Видновской школы номер 2 и 3 А Видновского художественно-технического лицея. Гран-при конкурса тоже достался лицеистам. Обладателями высшей награды стали ребята из 2 Д класса. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.